скотина нахуй, что-то задавили, блядь. Все равно, короче, моргает что-то. Сильно шустро, быстро. Короче, добрались мы до разгрузки. А мне можно рядом с вами? Попробуй, попробуй, дядь. Короче, надо... Ну, слайд не бросаем, но... Здесь, наверное, развернуться. Короче, приедем... Приехали мы. Сейчас здесь с КАМАЗами где-то встанем и будем спать до завтра, блядь. Завтра только с утра нас разгрузят. Бля, Славян, а позвонить не получится, да, никого попросить, чтобы приняли? Не, я звонил, он сказал, говорит, я до 5 еб. Короче, оборзевшие, да, ребята? Ну, я Павлович сказал, он говорит, ну, хули, если до 5, значит до 5. Я говорю, чтобы вопросы у меня не возникали, еб, я говорю, довожу до твоего сведения. Еб. Чего ты затроил? Хуй его знает, Толян, что-то мы даже сегодня не выспались, нихуя, если честно, я. Так, хуйней занимаюсь всякой, я. Вот можно на щебеночке позагорать, если что, я. У тебя до завтра времени будет много, сейчас позагораешь. Да, сейчас гайки крутить надо. Че, там на песочке прилип, что ли? Че, Толян, разворачивайся, газуй, нахуй. Хорошо. Можем там или за нами встать, или рядом. Дядя Дима, хули ты так, блядь, пылесосишь, ты пылишь мне здесь, ёбаный в рот, нахуй. Дай, дай ему. Чё, здесь, что ли, встать прям, нахуй, за тобой, его, перед тобой, Шеслав? Да без разницы, хочешь там встань, хочешь, блядь. Да чё, мы здесь никому не мешаем, кому нас справа объедут, я чё? Ну сейчас тогда Толян развернется, а то я мешать ему буду, блядь, ему развернуться. Опачки, опачки, очки, тапочки. Ой-ой-ой-ой. Славян, блядь. Слышь, пип-пип, если ночью дождь брызнет, мы отсюда не стронемся, блядь. Будьте... Не передавали на завтра, не передавали. Будет пип-пип. Тормози, дядь, хорош. Да, есть такое, мягко, блядь, чуть провалится, чуть почуть. Короче, нужна вот эта деталь. Вот эта деталь. Вот эта деталь. Вся в сборе с фонариком, с проводом. Что-то Димасик так низко. Че? Спорт режим. Беда, блядь. Толян, тебе греться не будет. Кто, резина? Охлаждаться будет? Да. Славян, давай у тебя тогда снимем, пусть у тебя, блядь. Охлаждаться? Да. Я вчера в Ростове. Вчера Славяна хлопнуло. Сегодня меня. Виталик.
разбирает колеса мои, блядь. Что ты, дядь, мутишь тут, да? Сейчас закрутим как надо, дядь Толь. Да? Помоем, да. А задние? Че задние? Закрутишь мне? Конечно, ну и что, и сделать, то делать до конца, человек. Бля, земля мягкая, да? Какая ходишь, она вся аж дышит, бля. Да, если бы она делала, чтобы завтра она так не дышала. А завтра, если прыснет, то мы, наверное, задышим. То по пол колеса уйдешь. Если дождик брызнет, мы здесь жить останемся. Я тебя же не вытащу, Виталий. Седой, бля. Сейчас я, короче, заберу я вот эти красные колпачочки себе. А славян у нас забирает железное. Нержавейка? Да. Или ржавейка? Нержавейка, блядь. Разбирает моего дофа. Колпаки отжимает железно. Че за хуйня-то, бля? Че, никак, Валя? А? Никак, Виталик? Никак. Никак, Виталик. Проволоку принести? Виталик. Ёбаный в рот. В рот. Пиздец, ехать на сервис, да, Слава? Бля, по-любому, да. К официалам. Официалам, да. Один не лезет, блядь. Виталик, блядь. Виталик. Эх! Забирай, Толян, поставь. Бля, не. Они даже, смотри, уже это... Повылазили, но нахуй. Он их попорвал, он, смотри. Он изначально, да, их захуячил. Вот, смотри, бля. Они вот все вот. Ну вот эти передние, вот они все. Ну и хули толку, что с ним делать, бля. И они поведенные какие-то все, он, бля, кривые. Ну, бля, ну а что так сделаешь? Такие белые надо купить. Я белые находил, Степанщина. Есть, точно, да. Точно такие же белые. Вот белые поставить мне заебись будет как раз белыми колпаками, белые здесь. А это славян хуй знает. Куда? Забирай, славян. Ты эти красные куда повесишь? Наперед. Наперед. Готово. Тучка серьезная какая-то. Страшная. Славян. А? А зачем ты бабу сюда голову повернул? А? Ага. Че, Толян? Че? Че ты говоришь? Я, че у тебя тут за сиськи висят голые? Да я Диман перевернул. Зачем? Он говорит, а то она меня там смущает по ночам. Он ее отвернул, чтобы она на него смотрела? Я перевернул, да. Чтобы не смотрела на него? Да, я не по тебе. Да Диман Калужки работал. Он говорит, там, это если даб, сука, мощный, а тут телка. Отвел меня, пиздец, еб. Спасибо, блядь, так, нахуй. А там еще и ты попал, нахуй. Я бы уже в дом был, я хукло поехал, я, блядь, посрал бы и все. Конечно. Я у Виктора чуть нахуй. Че у меня был? Че, эти заебись смотрятся? Чистенькие тебе. Пойдет, нахуй. В цвет диска, да? Не, ну а что, симпатично смотрится. Ну да. Все, славян, ставь Диман бутылку за то, что он тебе колеса крутил.
поставил, охлаждает сейчас. Надо только достать. Пошла жара. Пошла гречечка. Гречечка с тушеночкой. Салатик в полной баночке. Тебя жена балует, я смотрю, да, Диман? Ну а что? Иногда. Откармливает. Иногда, когда на работу собирается, балует. Ресторан «Три пискаря» отдыхает. Галушка прилетела. Ну вот. Вкусно? Чуть-чуть. Чуть-чуть вкусно? Сейчас будет еще вкуснее, да? Да, сейчас все мазик. Все сверху мазик. Ну как в ресторане сейчас сделаем? Доброе утро, друзья. Доброе. Вываливаемся. Высыпаемся. Парни едут, короче, работать дальше. А я поеду на базу. Ребят, всем привет. Короче, позвонил шеф. Позвонил Диман Сменщик. Вот. Шеф крылья привез. Говорит, ну приезжай на базу, поможешь крылья делать. Ебать, и дождик лупанул, блядь. И как у тебя крылья, блядь, делать? Как крылья ставить? Бля, это вообще не лето, это ужас какой-то. Бля, эти дожди, короче, у нас весь месяц, они вообще дожди не перестают лить, блядь. Бля, еще и льет такое хорошее. Короче, я отработал, мы поменялись, и Диман поехал пока без крыльев работать. Шеф говорит, типа, хули машины будешь, что ли, стоять из-за крыла, как бы пусть машина поработает. Он пока их закажет, пока купит. Бля, вот что творится. Вот так дождик, бля. Короче, с крыльями сейчас будет проблема какая-то. Ужас, блядь. Бля, это пиздец, ребята, град пошел, блядь. Я ебу, блядь, как крылья делать. Ебать, что творит, блядь. Ебать, да ладно, нахуй. Ебать, вот это град, блядь. Охренеть. Да я ничего не вижу. Да ладно, я первый раз машины все встали. Все поостанавливались. Это, блядь, погодка. Бля, здесь тоже, да, пропорол дождик. Хорош. Вот мой стоит красавчик. Дождик. Диман, а вот это наша старая осталась же, да? Да. Часть. Они ее не покупали, да? Нет. Это крышка верхняя. Да ёпта.
Короче, ребят, вот она передняя часть, заднюю там фонарем одевает. Короче, вот эта часть немножко поведенная стала вниз из-за того, что крепление, наверное, или трубу просто так выгнуло, согнуло чуть-чуть. Все, надо будет подровнять. Заитовлю, видите, как из-за крыла все позашвыряло. Крыла нет. И дождик лупит, сука. Этот дождик, короче, не даст ничего сделать, блин. Ливень пошел. Опять. Что, получилось у тебя выбраться? Ну да, кронштейн подровнял. Вот это погода, блядь. Пиздец, как, блядь, делать машину? Короче, фонарь идет без лампочки. Сейчас поеду лампочки покупать. У нас одна, получается, поворотник желтая. Три маленьких габарит. А, две больших, три больших и три маленьких. Три маленьких, три больших, поворотник нужен. Оу, заливает все. Заливает. Короче, пока дождик идет, поеду, короче, ребят, съезжу за лампочками. Надо лампочки купить, габаритные. Бля, вообще не перестает, зараза. Не погода, блядь, а какашка какая-то. Короче, купил я лампочки, съездил. Подтянем потом. Давай второй пробуй. Че, пока затягивать не будем, да? Не-не, не тяни, я уже подтяну. Блять, потом опять снимать фонарь, ставить хуярь, протягивать проводку, блядь. И снова проводку. Ну, вроде ровно. По-старому, ну там по-старому где-то сантиметра на два, ну да, выглядывает. Да, за фонарем надо ехать. Да? Ну да. Не только фонарь, блядь. Лампочку. Лампочку надо на поворотник. Надо провод, блядь, с фишкой. Сюда? На фонарь, который идет. Делаем все по этому, чтобы ровно стояло. Че, огонь? Ну вот, примерно так, да? Почему? Она там в пазы надо вставляется, Димасик. Ну вот, это как-то так будет выглядеть. Ну, эту сейчас часть сюда поставим. Вот сюда так ставится. Это все старое осталось. Можно затягивать. И все. Знаете, что, ребят, удивило? Новая крышка. Смотрите, как она поцарапана нахуй вся. Это было в пакете так поцарапано. Здесь прям как гвоздем царапали нахуй. Прям такие порезы, блядь. На ней катались, блядь. Да, зимой с горки, блядь. Кручу, верчу, наебать хочу. Как тут и было. Ну, в принципе, все. Остался, короче, фонарь сейчас поехать купить надо. Провод целый. Фишка целая. Здесь только вот оторвало. И нету фонаря.
Сейчас надо поехать купить фонарь. Сюда поставить. И внутри крыла фонарь провести. И в принципе будет песня. Хомутик, короче, нужен еще. Провода стянуть. И крышку поставить. Ну и все, в принципе. Ну да. Да вообще можно пачку взять, пусть в машине валяется. Здесь вот провод на хомутик одевается. Сюда продевается вот так вот. Чтобы он здесь не болтался. Колпак? Колпак я даже не нашел, да. Колпак не нашел. Что-то опять натягивает серьезненько. Прям что-то, наверное, опять будет. Короче, ребят, еду я на работу. Ох-ох-ох-ох. Короче, сделали крыло. Все подчинили. Шеф, короче, вызвал работать. Диману сменщика отправил домой. Диману, короче, что-то, не складывается, короче. Блядь, вроде черное все так. Пиздец, блядь. Сейчас, наверное, опять лупанет. Короче, это. У Димана какая-то черная полоса у него. Шеф его отправил, короче, пусть, говорит, в церковь сходит. У него вчера было ДТП на МКАДе. Короче, натягивает серьезное что-то. Сейчас надо по-быстрому вещи переложить, тачку поставить и, короче, помчу работать. Я должен был отдыхать, короче, ребят, до понедельника. В понедельник должны были поменяться. Ну, не в понедельник, вообще в воскресенье вечером должны были поменяться. Сегодня четверг. Короче, я отдохнул всего лишь два дня, получается, да? Ну да. Короче, я там неделю работал. Диман должен был неделю отработать. Должен был неделю дома отдыхать. И не получилось, так как... Короче, Диман домой уехал. Что-то Диман, короче, какая-то полоса черная. Я, короче, там напланировал. У меня планов было, блядь, пиздец, на выходные. И все мои планы пошли по одному месту, блядь. Поедем трудиться, поедем работать. А что делать?